считаете, правильная у вас парковка? Ну, быстрая парковка, правда? Я бы не сказал, что это быстро. Мы достаточно долго тут стоим и даже успели вызвать эвакуатор. Тут у нас медицинская остановка запрещена. Тут у нас тротуар, сделанный брусчаткой. Извиняюсь. Пожалуйста, будьте добры, ваши документы. Вам будет выписан штрафчик 1500 рублей за нарушение правил парковки. Человеческий фактор, тротуар для людей в первую очередь. Водительское средство. Александр Щербак, документы ваши, пожалуйста. Давайте, я очень опаздываю в больнице, молодой человек. Давайте, пожалуйста, без давайте. Во-первых, вы нарушили раздел 12 ПДД, пункт 4. Хотите, мне, я очень документы предоставьте мне, пожалуйста, водительское на транспортное средство. Я документы. Не могу сейчас, я очень рада. Что? А нарушать вы можете? Давайте мы попросим. Нарушать вы, скажите, можете? Простите меня, пожалуйста, я бегаю в ребенка в больницу. Я все прекрасно понимаю. Я все знаю. Вы представляете, вот здесь какой-нибудь ребенок побежит, и его собьют из-за вас, между прочим. Простите меня. Потому что вы стоите на пешеходном переходе. Вы мне документы, пожалуйста, я предоставьте. Все он какой-то покореженный чуть-чуть.